Между тем, сильные морозы до сих пор сохраняются в некоторых регионах страны. В Павлодарской области из-за низкой температуры в школу не идут ученики с 1 по 9 классы первой смены. В Восточно-Казахстанской области, включая Усть-Каменогорск и Семей, на занятия не идут все школьники, а также учащиеся 1 и 2 курсов колледжа, сообщает ДЧС региона. По области зафиксировано от 29 градусов мороза до минус 40. В целом, аномальные холода в Казахстане идут на спад. Сегодня в отдельных районах на северо-западе, севере, в центре и на юге пройдут осадки. По сообщениям Казгидромет, местами по республике сохраняются гололед, туман, метели, усиление ветра. В сильные морозы водители Петропавловска стараются помочь тем, кто замерзает на улице. Акция взаимоподдержки, как уверяют ее участники, передается по цепочке и возвращается бумерангом добра. В этом убедилась и наш корреспондент Нургуль Ахметова. На севере Казахстана сейчас настолько холодно, что горячая вода застывает прямо в воздухе. В такую погоду даже машины у многих не заводятся. Но мир не без добрых людей, да и водительскую солидарность никто не отменял. Часто вот так морозы просят помочь? Ну, да, частенько, особенно в сильные морозы. Кто раньше завелся, тот тому и помогает. Сделай добро, подвези бесплатно. Жители Петропавловска тоже принимают активное участие в этой акции. И сейчас мы узнаем, как на это реагируют люди. Здравствуйте. Куда едем? Кредит платить. Мороз. Вот сидела. Уже сегодня последнее число. Любовь Сергеевна – добропорядочный заемщик. Чтобы не допустить просрочки, торопится в банк. По дороге делится жизнью своего микрорайона. У нас же ничего нету. КСК нету. Ничего. Нам никто ничего не делает. Понимаете? Понимаем. На будущее обмениваемся с нашей пассажиркой номерами и едем дальше. Вам куда ехать? Садитесь, подвезу бесплатно. Давайте, спасибо. Галина Николаевна и Надежда Кузьминична впервые видят друг друга. Возвращаются с рынка, внимательно изучив цены и потратив часть своей пенсии. Ну, я хорошо получаю, у меня 60 тысяч, мне нравится. Сколько? 60. А у вас сколько? У меня 100 тысяч. Да, ну вот видишь, а у меня 60. Оказывается, живут пенсионерки в одном районе. Дорога не близкая, можно и запеть. И уносит меня далекую нежную даль. Три белых коня, ах, три белых коня, декабрь, январь и февраль. С такими интересными собеседницами даже расставаться неохота. Давайте в интернет. Давайте. Найдем. Всего доброго. Счастливо, не болеть. Ага, самое главное. Столько теплых слов прозвучало от довольных пассажиров. Не зря говорят, делай добро, и оно к тебе обязательно вернется. Нургуль Ахметова, Тулеген Иманов, Петропавловск, Хабар 24.